вышел на улицу. На свиданку. Сейчас Марина подъедет. Слушайте, так самолеты стали часто летать. У нас тут рядом чка, вон она подъехала. Это. У нас тут рядом военный аэродром Чкаловский. Мы всегда раньше, как начинают самолеты летать, так значит где-то что-то случилось. А сейчас прям один за одним летают. Нестабильно в мире. Эх! Это мы с ней так встречаемся. Тапочки старые она разрисовала. Тоже особо заниматься-то ей там нечем. А я ей говорю, так ты разрисуй новые. У нее новые такие же есть. Вот сейчас она заберет новые и разрисует. На диване жил колючий еж. В сундуке жили белые мыши. Но из всех своих зверей доктор Айболит любил больше всего утку Кику, собаку Аву, маленькую свинку Хрю-Хрю, попугая Коруда и сову Бумбу. Очень сердилась на доктора его злая сестра Варвара за то, что у него в комнате столько зверей. «Прогони их сию же минуту!» — кричала она. «Они только комнаты пачкают. Не желаю жить с этими скверными тварями!» «Нет, Варвара, они не скверные!» — говорил доктор. «Я очень рад, что они живут у меня!» «Да, Изя?» Со всех сторон к доктору приходили лечиться больные пастухи, больные рыбаки, дровосеки, крестьяне. И каждому он давал лекарства. И каждый сразу становился здоров. Не его, надо его. А его не видно. Где его не видно? Тебе надо, чтобы его в камере было видно? Да. Ой, он так хорошо лежит, мурлычет. Да, Изя, домой дорогой. Мы его сейчас отдельно снимем. Да, Изенька? Да. Изюмчик ты наш. Вот он какой. Вот он какой, Изя, старый кот. Изя, Изя. Он распился как. Изя. Вот так коротаем вечера. Ладно, буду дальше читать. Ой, нашла тут у мамы Веры весы есть. Так, сейчас посмотрим вместе с вами. Так, сколько это там? 72, наверное, да? Вот, видите, девочки? А в марте месяце прошлого года я весила 85. Еще года нет. Мы что, до 70 добьем? К годовщине. Надо постараться. Ну вот, Тасе я довязала снуд. Вот Роме маленькому уже довязываю, немножечко осталось. Ой, когда делать-то нечего. Ну что делать? Я не могу просто так сидеть. Я даже не могу просто так вот сидеть и смотреть, ну, сериалы какие-нибудь, да? Не могу. Надо что-то делать. Ну вот довяжу сейчас, а завтра что делать? Надо придумывать. Лайл, надоело. Доброе утро, мои дорогие. Вот не понимаю, а открыто, наверное, это у него. Дверь-то он ночью гулял. Мне кажется, открыто. Так что я на улицу пока не рискую выходить, да, Ричик? Он кусается просто. Не то слово кусается.
откусит полляшки и спасибо не скажет. А так всем доброе утро, мои хорошие. Всем здоровья, радости. Не знаю, что-то в голову пришло, радости. Ну а что, радоваться тоже хорошо. Всем хорошего настроения. Да. Да, ты подтверждаешь, Ричка? О. Вот смотрите, что нашлось в залежах. Ну, кто английский знает, тот прочитает. Это из Америки, видите? Это им привозила тетя. Как вы думаете, что это? Это серьги. Вот эти, которые Таську уволокла этот сам пистолет. Сегодня ей стукнуло, чтобы ей пробили уши. Ну, посмотрим. Я думаю, что когда время подойдет, она испугается, она трусиха. Ну, вот, вот такие вот штучки лежат. Мои хорошие, спрашивали меня девочки, как вязать такую резинку. Вот как ее резать. Ну вот, первый ряд вяжешь, как обычно. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Второй ряд. Лицевую провязываешь, а изнаночную, ну вот как ее сказать, снимаешь, что ли, да, вот. Ну, тут не видно. Снимаешь просто, не провязываешь изнаночную. А потом вот на этой стороне опять, ну, вяжешь все как надо, провязываешь эту, которая была изнаночной с той стороны. И она получается как-то крупнее и мягче, и ровнее. Вот видите, вот по сравнению, вот обычная, да, резинка и вот эта. Мне нравится из-за того, что она какая-то ровненькая и мягенькая. Ничего-то сложного нет. Простецкая просто. Как не знам что. Как 3 копейки. Просто с той стороны снимаешь изнаночную. На спицу снимаешь, а лицевую провязываешь. Вот и все. Вот у нас, видите, прицеп откапывает. Вон Марин приехала. Вон она. Наездила к маме в больницу, приехала. О, хоть увижу ее. Да, девочки писали там поздравить Сашу маленького моего внука. Я его поздравила. Они ехали в машине в кафе. Попросила их, снимите, как там праздновать будете. Но, видимо, забыли. Не до меня. А я хотела вам показать. Вот, так что Саше теперь 4 года. Взрослый пацан. Ну, девчонки, Бог даст, летом увидите. Летом их привезут. А может, и я еще к ним попаду. Кто его знает? Кто меня знает? Ну, пока вот надо визу получить и до Крыма добраться. А там видно будет. Все завалено, все. Да, девочки пишут, что в Сибири меньше снега. Но это просто вообще невозможно. Все завалено. Ой, как долго откапывал он, Алексей, этот прицеп. Теперь как-то они будут его вытаскивать отсюда. Тоже там все заставлено. Тут не знаю, как они будут. А я в окошко за всем наблюдаю. Вот хочу сходить в Ашан,
Но вот лень какая-то, вы понимаете? Это вот что значит неделю вот так вот просидеть дома. Это какой-то ужас. Уже и не хочется ничего. Так можно облениться, ну просто совсем. Ну, вот сейчас видео выложила. Пойду-ка я полежу после обеда. Ой, спасайте меня. Скорее бы виза уже была готова, иначе я тут ну просто. Ну что, лапочки мои, прислал Костя. Ну, немножко видео. Они, оказывается, не в кафе были, а в ресторане в Царской Охоте. Хороший ресторан. Я когда-то в этом доме жила, где этот ресторан находится. Ой, посмотрела, порадовалась на Сашу. Теперь вы посмотрите. Сашка, пойдем медведя смотреть, пойдем. Пойдем, пойдем медведя смотреть. Бабушке отошлешь видео, видео с медведем, пойдем. Давай, медведя покажешь, баба, давай. Давай, покажешь бабушке медведя. Ха-ха. Побежал, побежал, побежал. Иди в это. Арик, бабуле привет. После трех шотов, четырех. Не, там больше было. Давай, папа поможет. Это те свечи, которые никогда не гаснут? Нет, понятно. Весело затея. Мама, если можно, вы нам ее оставьте. Нет, без вариантов. И загадать, а потом задуть. Давай. Давай. И запить. Пить хочешь? И запить. Пить хочешь? Рукой? А, мы. С днем рождения тебя! С днем рождения тебя! С днем рождения, Саша! С днем рождения тебя! Вытащили все-таки прицеп. Так четыре мужика там корячились. Серегиной машиной вытягивают. Целый день. С утра вот это все. Стася у нас всегда в гуще событий. Где люди, там Тася. Движуха, я с вами, я поеду. Ой, неугомонная девчонка. В ней столько энергии. Жаль, что эта энергия в основном не в мирных целях. Рома у нас бегает. Порядки тут наводит, пока никто не видит, да? Ромочка, на шарик, Рома. На шарик. На, держи. Держи за веревочку, держи, мой хороший. Он какой шарик. Он какой красивый. Папе все пораскидал. Навел в порядок. О, да, мне даешь. Спасибо. Спасибо, мой хороший.
Навел в порядке. Ой, мои дорогие, смотрите, как я вовремя вышла из дома. Решила все-таки прогуляться. Смотрите, какая красотень. Ой, я сама давно закатов не видела. В Мурманске их не было. Полярная ночь. В Питере там дома все закрывают. Вон, гляньте. И тут за неделю первый раз такой. Красота. Красота. Ну, а что, я хотела поспать. Думаю, посплю часок. Ага, позвонила Марина. Я алло, алло, а там скрип снега под ногами. Ладно. Положила телефон, легла. Саша моя звонит. Ой, не могу. С ней, ля-ля. Костя переслал вот видео, фотографии. С ним поговорила. Ну и все, хватит, надо вставать. Ой, красиво как. Пойду прогуляюсь. Воздухом хоть подышу. Но опять вот несовпадение цвета и что камера показывает. Вот такой желтой полосы вообще нет. Все такое розовое, красивое. А тут он посреди экрана, какая-то желтая полоса. Машин. Просто домов-то понастроили. Вон и милиция есть, полиция. Домов-то понастроили там. А на дороге на основной пробка. И вот они все через поселок тут, а это Росгвардия. Вот еще тоже. Нахлебники. Вот я их так считаю. Кругом одни силовые структуры. А что случись, никого не дозовешься. Так, ладно, пошла. Как же все изменилось. Я же тут и выросла. Вот этот вот дом помню. А так, ну вот старый, который дома, помню. Столько новых домов понастроено. Ну а уж это-то вообще тут. Мама, не горюй. Понастроили. Я ведь тут бегала, глазадая. Я в основном у бабушки жила в детстве. Вот набережная Потапова. Это прям родина. И потом же я тут долго жила. Ну что, я уехала в Мурманск. 34 года. Почти в 34, ну, в общем. И вот за это время, за 31 год, просто вообще ничего не узнать. И так-то я в основном-то здесь с Мариной на машине езжу, поэтому... Вот пошла, думаю, похожу, погуляю. Прям город вырос. Так, хотела я в Ашан. Как раз я его и увидела. Надо вот тут пройти. Людочка моя дорогая, которая в Клайпеде живет, в Литве.
Вот я что-то тебя не спрашивала, ты давно тут была? Я просто в шоке. Ой, бананы мини. Дорогие, правда, зараза. Так. Я взяла мандаринчик, хлебушка черненького. Не знаю, яблочко еще что ли взять. А у Марины на Широкой всего один магазин, и цены там, извините, вот такие же яблоки там стоят 260 рублей. Вообще. Так, здесь сыры деликатесы. Как-то вот деликатесы сейчас. Что-то я не вижу в основном деликатесов. Так, салаты, да. Готовая еда. Эх, сейчас бы мы с Серегой лет-то 20 назад уговорили бы потихонечку вот такой бочоночек-то. Ну, понятно, что не за час и не за два, но да. Мы с ним любители пива-то. Только уже отпили свое. Ну, какие салфеточки. Симпатичные. Я всегда салфетки покупаю. Каких у меня нет. Купила вот такую тыкву, мускатная, прованская. Попробуем, посадим. Ну что, и стройка, вон уже темно, стройка работает. Кран. Все строится и строится. Что, тут все есть. Детские сады, стоматологии, аптеки, магазинов всяких. Все нормально. А раньше... О, даже есть сеть прачечных самообслуживания. Ой, вообще замечательно. Как в Европе. Вон, стирка, сушка крупногабаритных. Отлично. Смотрите, какая деревенская пастораль. Храм, месяц над ним. Собаки лают. Ой, пока вылезла из этого городка, там стройки, заборы. Лед кругом. Ой, Господи. Ну ладно, хорошо.